Здравствуйте, друзья! Вот мы плавно подошли к 10-му уроку по Arduino. Вот в этом уроке мы рассмотрим работу фоторезистора. Вот это вот маленького такого зверя вот, с большим потенциалом. Значит, смотрите, вот небольшую собрал я схемку на макетной плате. Суть в чем? Я подключил резистор одной ножку к 5 вольтам на Arduino. Потом вторую ножку я подключил к А0. Вот, если посмотреть, вот вторую ножку, оранжевый провод, к А0 я подключил сразу. То есть, если приблизить, вот у нас А0, я его подключил. Вот, и эту же ножку замкнул через резистор в 10 кОм на коричневый провод и подключил его к земле. Итого у нас одна ножка подключена сразу и к А0, и к земле. Вот. И подключил светодиод. Минус к минусу подключил, плюс длинную ножку я через 100 кОм на 13 пин. Для чего я это сделал? Просто в этом примере как бы можно обойтись без светодиода, да, можно будет моргать встроенным диодом. Вот. Но у меня, так как закрыт он платкой, мне не видно, поэтому я диод такой вставил. Значит, суть в чем? Фоторезистор, схема это для чего сделана и как у нас написан скетч. То есть при тускнении света, да, у нас загорается светодиод. Ну, то есть, грубо говоря, когда у нас ночь наступает, да, диод загорается. А вот мы, допустим, пальцем его закрываем, и у нас вот загорается светодиод. А вот таким вот образом. То есть можно наладить такое освещение, да, путем потускнения света. Вот. Ну что ж, в принципе, схема довольно-таки простая. Вот, ничего там такого особенного нету. Вот, единственное, я вам еще покажу, как подключается фоторезистор к Ардуинке именно на компьютере, наглядную схему, чтобы там попонятнее было. Тут, конечно, много проводов, можно потеряться. Ну что ж, друзья, давайте перейдем на компьютер, ну и там, соответственно, все посмотрим. Так, ну что ж, друзья, вот мы на компьютере. Значит, смотрите, вот она схемка. Вот наш фоторезистор. У него плюса-минуса нету, то есть ему все равно, какой ножкой, куда подключаться. Одну ножку мы берем к 5 вольтам, подключаем, вторую ножку мы подключаем к А0, и еще эту же ножку мы подключаем через резистор в 10 кОм к земле. Вот. Почему мы именно подключаем его к аналоговому входу? Вот. И все датчики, которые подключаются к аналоговому входу, они у нас измеряют показания путем повышения, понижения повышение-понижение напряжения на выходе, то есть на подачу в А0, в аналоговый вход. Вот. Что это значит? Ну, например, у нас фоторезистор будет, а чем больше освещенность, тем у него меньше сопротивление, тем он больше напряжения подает на вход А0. Вот, тем самым Ардуинка у нас понимает, какая сейчас освещенность. Да? Чем, допустим, меньше освещенности, тем напряжение больше становится на входе. Следовательно, показания меняются, и мы программируем Ардуино, чтобы она включала-выключала свет путем показания наших датчиков. То есть аналоговые датчики именно так и работают, путем повышения-понижения напряжения на вход. Вот. Ну что ж, друзья, давайте подключимся к Arduino IDE. Вот, я вам покажу сейчас скетч. Вот. Он довольно-таки тоже простой, как обычно, в каждый датчик. Ничего сложного в нем нету. Вот, смотрите. Значит, объявляем переменную фотосенсор пин на А0. Указываем пин, к которому подключен фоторезистор. Значит, объявляем переменную для хранения значения фоторезистора. Затем задаем начальное значение 0. То есть мы берем вот эту переменную, объявляем со значением 0. Вот. Значит, делаем пин-мод 13 пин в output, выход, чтобы отключить резистор на 13 пину. Иначе у нас светодиод будет тускло светить.
объявляем serial begin, да, то есть скорость нашего порта будет 9600. Вот. Далее считываем значение с фоторезистора таким образом. Так, включаем диод. Если у нас значение нашего меньше или меньше 500, то мы 13 пин переводим в мод high, то есть включаем диод, у нас получается. Вот. Если у нас у нас 13 пин значение low, то есть если у нас больше значение 500, да, то у нас диод в состоянии low выключен. Вот. Значит, serial print выведем значение sensor value в DEC, то есть в десятичную систему, то есть вывод данных с фоторезистора будет от 0 до 1024 и с периодичностью в 0,5 секунды, то есть получается полсекунды. Вот смотрите, как это будет выглядеть. То есть у нас сейчас при включенной лампе 765. Как только я палец подношу, то видите, у нас 388 получилось. Вот, и все, диод у нас загорелся. Я вам, собственно, это демонстрировал ранее. Как я пальцем перекрываю фоторезистор, освещение у нас включается. Вот. Ну что ж, смотрите, вот так мы схематично просто настроили наше как бы освещение путем выключения света, да? Путем понижения света на фоторезистор. Вот. Все довольно-таки просто. Значит, смотрите, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки. Скетч, я думаю, не буду выкладывать, он маленький. Вот, возьмете на паузу, перепишите. Если, конечно, кому-то надо именно в письменном виде, пожалуйста, пишите в комментариях, выложу. Вот, ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот. Ссылочки на фоторезистор, на макетную плату, на резисторы, на ардуинку я оставлю в описании. Кому если понравится, заказывайте. Вот. Ну что ж, друзья, всем удачи, добра, позитива. Пока-пока.